Всем привет, всем доброе утро, вы на канале У Черновых. А мы находимся на даче. Мы сегодня с самого утра встали, проснулись, посмотрели на эту шикарную погоду. Подумали, что делать. Я такой, поехали на дачу. И все такие, да, папа, поехали. И вот мы уже здесь. Зай, подойди, заборчик посмотришь, который я сделал. Видео это видео, а вживую это вживую. Наши розы. Ну что, зайка, красиво? Очень. Красота? Угу. Я же говорил, что будет очень красиво. Да. Будем греться. Весело? Хочу чай и наши орешечки, которые мы купили. Я хочу кофе. Кто будет делать кофе? Давай на комстри. А я, знаешь, почему-то люблю... На даче, на улице, когда прохладно, вот не кофе горячий, а именно чай. Я не знаю, почему. Угу. Меня кофе не согревает. Ну, бывает и кофе идет, и бывает чай. А кофе? Ой, а чай кофе самое кофе. То. Сжигаем. Давай мусор. На конце кто кофе делает. Да я сделаю. Да давай, прикол. Раз. Так, два. Можешь говорить ты будешь, или мы просто руками машем? Суефа? Нет, я такое не знаю. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я подался. Угу. Ну, все равно ты идешь. Мне чай, пожалуйста. Сегодня мы берем вон то место, вон ту кучу. Нужно будет сегодня ее полностью увезти. Сейчас нам Максимка, мне, будет помогать собирать яблочки. Да, сынуля? Эти яблочки тоже мы все увезем в лес, потому что они, видите, уже такие гнилые. На дереве еще, ну, еще есть. Короче, еще не будут падать. Ну, готов? Собирать. Давай, все, собираем. В тачку. Сюда? Да, в тачку собираем. Яблочки мы убрали. Кучу я тоже потихоньку убираю. Еще осталось чуть-чуть. Там вот Полиночка сидит. Бизнес-леди. Сейчас нужно сделать кофеечек. Настюшка греется около костра. Балдеет на солнышке. Поставил чайник на Сюшке, чтобы она пила чай, и себе вот делаю кофеек. О, у нас еще конфетки есть, ух ты! Кофеек у Настюшки, чаек, и мы заехали в депо, купили такие вот орешки. Они, кстати, очень-очень вкусные. Такие вот, красота. Хорошо здесь, Зань? Ну, в такую погоду, да. Ну, так, что у нас делает? Папа? Пионы что? Пионы обрезаем. Обрезаем пионы. Я уже обрезал. Сейчас вот мы обрезаем второй кустик. Итак, все вот это. Все пионы подрезать. Да. Как по идее, красиво. Можно их и не подрезать. Ну, не подрезать. Их можно подрезать весной. Но лучше сделать сейчас, чтобы весной было меньше работы. Тоже такие у нас они красивенькие, скажу. Офигенные они у нас. Здесь еще много муравьев на них лазит. Эстетика, девочки. Эстетика. Это прям эстетика. Вау. Что там? А, вот падает. Смотрите. Это СМРчики. СМР. Угу. Ладно, мы пошли? Да, давай, спасибо. Я вот думаю, может яблочек все-таки еще сорвать, пирожок сделать. То один делаю, надо еще. Как думаете? Или они уже все? Не, ну можно найти. Так, а что-то у нас там было. Было, сплыло. Так, еще там посмотрим. Кажется, я вот из этих делала. Да, здесь можно найти. Хорошенькие. Здесь что-то молодое такое дерево. Даже не знаю, что это. Надо попробовать, правда? Ну да. Конечно, усыпано, но не достать. Они как я люблю. Очень сочные.
не сильно сладкие, но и не кислые. Вот эти надо брать. Максим, хочешь? Вот с того дерева бомба просто, яблоки. Огонь просто. Корзине? Нет, не в корзине, на дерево. Рвать тебе? Вкусно? Да. Ты любишь более сладкие? Да. Не кидай! Нет, оно хорошее. Ешь давай. Витамины. И оно, знаете, такое немягкое, хрустящее прям. Бомба. Твердая. Хорошая. Напомни, чтобы перед выходом яблочек сорвали. Вот это дерево на входе маленькое. Самые вкусные яблоки. Такие сочные. Значит, у меня осенние. Потому что вон те уже яблони, все, да? Они уже не вкусные. Они уже такие, знаешь, такая мягкие? Брашка мягкая. А вот, значит, осенние. Они же ранние осенние. Смотри, они какие хрустящие, да. Сочные, кисло-сладкие. Вот как я люблю прям. Не жмуришься, что кислые, но и не приторно. И они твердые, вот. Не мягкие. Ну, надо на пирог собрать. Приятно. Ну и так покушать. Ну, чего нет? Кто там? Оса. Ты так не смотри. Ну, я просто же любя. Дай, уберу осу. Она сидит на мне, да. Что ли? Все. Зай. Все, улетела. Ну, так не смотри. Нужно было... Я осу не боюсь, дай. Но ты так смотришь, как будто там тарантул. Да нет, конечно. Ой, целую лету, целое лето. Целую. Целую лету. Короче, целое лето не находил руки здесь, Варя. Вот сегодня вот приехали, смотрите. Все, чистота. Нужно покосить еще раз все опять же. Даже уже без корзинки, пускай трава уже скоростно остается. Последний раз, думаешь, пускай в этом году? Перегнивает, и в этом сезоне, да, еще раз нужно последний раз будет прокосить. Угу. Ну, красота. Угу. Красота. Угу. Смотрите, уже какие-то тучки появились. Надо ехать. Задание. Она должна прогуляться к туям. И заметит она кое-что или не знает. А они знают? Они знают. Вы знаете, а она еще... Пойдемте, подскажите мне. Ой, красота, да? Цвет огонь. Ева, иди сюда. Ты видела, что там папа делает? Ев, расскажи. А, ну, конечно, я вижу. Я думала, знаете, что он сделал? Я думала, он эти бирочки белые уже снял. Но нет, не снял. Я вижу, конечно. Что? Траву посыпал. А? Траву посыпал. А, нет. Ты что, прикалываешься? Туалета там лежит. Серьезно? Ты первый раз пришла? Да. Да. Я еще так уверенно говорю, он траву посыпал. Подожди, я думала, ты снял белые бирки, но нет. Но я стою здесь, где уже можно? Ты делаешь акцент на туи. Я сказал просто про туя. А вот, да, вот так сбить можно человека, да. Да-да-да. Не зря полиция здесь достает. Что, где, когда, прям? Ну, ты спилил дерево какое-то. Ну, нет. Два месяца спилил. Два месяца. А, убрал место костра, мусор весь. Я права? Я просто сейчас думала, ты тоже скажешь, что это было уже. Я тебе уже подсказала. Ага, ага. Ну как? Да. То есть ты реально косил все это время и... ну ты понял. Травку сыпал? Хорошо, хоть ты сейчас поняла. Угу. Слушай, а там какая-то дорожка протоптанная вот тут вот. Это я тачку возил. Через забор? Ну да, чтобы круг не ездил. Угу. А травы хватило на все, да? На везде? Ну, класс вообще, да? Так надо? Так, ну, нужно? Слушай, ну они подросли. Ой. Да. Слушай, а ты здесь прям убрал эти камни, то, что мы с тобой строили, это лобное место? Да, это все чушь была. Да, я понимаю. А вопрос такой, а где мы будем сжигать, если большое? Вот здесь.
Просто без. Просто на земле. Ну конечно. Нафига там что-то строить? Посмотри, какая красота. Не, ну хоть в футбол теперь погонять можно. Да, все, поедем? Ну давай. Пойдем яблочки соберем, там высоко я не могу достать. Скажите, он такой гламурный. Гламур. Я тебе нравлюсь, если скажешь, я могу это костюм. Домой взять будем, буду дома ходить. Брюнетки и блондинки. Нравишь? Так, мы едем домой, цветочек беру. Я думаю, ему уже холодно, запылился весь бедненький. Надо его помыть и поставлю дома. Жалко, что приходится прятать наверху где-нибудь, потому что Марсик его ест. Поэтому... Нет, твой телефон на зарядке. На улице. Здесь он стоял на полочке, радовал. А дома придется на холодильник ставить. Привезу его весной. Да, да. Смотрите, после нашего шума... Я надеюсь, это после нашего шума 42 евро превратились в 14,99. Мы, конечно, приехали, купили. Там уже фейри дешевле в 2 раза. И, короче, все, что хочешь. Да? Да. Там мы, кстати, уже в городе. Полдороги сомневались, может быть, остаться ночевать. Ехали, ехали. Думали, может быть, остаться. Дети не захотели. Да? Приехали мы уже домой. И уже почистила картошечку. Сейчас она уже на сковородочке. Сейчас ее посолю. И скоро будем ужинать. Ох, сегодня от мужа ужин. Куда тебе? Сюда, да? Да. Буду с кимчи, с помидорками, с перчиком, с крабовой палочкой, с лимоном. Что дальше? Хватит. А, мы готовимся к стриму. Вы, наверное, уже знаете, да? В пятницу или субботу у нас всегда стрим. Я думаю, что нам надо с вами определиться с днем. Но все-таки будет сложно. Ну, потому что бывает, что мы не можем в пятницу. Бывает, что мы не можем в субботу. Если вот, допустим, мы в пятницу не смогли вчера, значит, мы делаем сегодня. Да. Это будет или пятница, или суббота. Да, я думаю, один день не нужно, потому что тогда это будет иногда выпадать. А так у нас есть запас дня, да? То есть это или пятница, или суббота. И вы тоже иногда попадаете, иногда не попадаете, получается. Буквально сколько у нас? 7 минут до стрима. Мы готовы. У нас здесь будет вино, сыр, дынька. Очень вкусная. И что? И цветы. И Полькин подарок можно съесть. И вот мы готовы. На фоне, смотрите, белье, сушилка, все как в жизни. Будем с вами болтать. Не знаю, напишите здесь в комментах, удалось вам хоть раз попасть на наш стрим или до сих пор ни разу не получилось. Это уже неплохая традиция. Слушайте, мы прям вошли, да? Мы же вошли уже в этот в ритм. Мы прям знаем, мы не забываем, что у нас раз в неделю стримчик с вами. Вам нравится и нам тоже. Короче, представляете, мы стрим провели 42 часа и сколько там? Ну, короче, 2,5 часа мы сделали стрим. Он был шикарный. Фу, мы круто пообщались. Да, спасибо всем тем, кто написал. Спасибо всем нам, кто кидает нам донатики. И Настюшка вот сейчас вот лежит, вот здесь вот. И пересматривает стрим, смотрит, улыбается, говорит, что очень-очень все классно и очень все круто. Так что все, давайте. Спасибо вам, что вы у нас есть. Подписываемся, ставим пальчики вверх. И с вами мы, друзья, увидимся завтра.